В этот день принято встречаться с соседями, проводить работы по благоустройству дворовой территории, а потом устраивать совместное чаепитие и проводить развлекательные программы для детей. Ежегодно акцию, которая проводится при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и партии «Единая Россия», поддерживают сотни котлашан. И этот год не исключение. Так, активисты ТОСа номер 26 в поселке Вычегодский одними из первых присоединились к мероприятию. И в ближайшие дни участников всероссийской акции станет еще больше. Не оставайтесь в стороне и вы. Будьте друг другу добрыми соседями.